Здравствуйте, друзья. Я, наверное, не буду оригинальным, но скажу, что поехали, да, как когда-то Гагарин рукой махнул. Сейчас у нас вечер, воскресенье, 2 октября в Калифорнии. У вас, соответственно, там те, кто живет в Украине, России, там, соответственно, уже утро 3 числа. А вот 4 числа уже можно будет заполнять такую форму на участие в лотерее. И то, что вы видите у меня на экране, это официальная страничка. И других официальных нет. Вот если там не написано travelstate.gov, значит, это уже не официальное. Кроме сайтов посольств в разных странах, я бы так, ни на что другое уже бы не смотрел. И вот здесь написано про лотерею, которая сейчас будет. Она называется DV2018, Diversity Visa 2018. Почему 2018? Потому что эти люди начнут приезжать там где-то в 2018 году. Это не по году участия, потому что вы будете заполнять форму в 2016. Ну вот называется так, просто чтобы это вас не сбивало с толку. И написано так, что онлайновая регистрация на эту программу начинается во вторник, октябрь 4, 2016 года, в полдень по вот Eastern Daytime, да, Daylight Time, это минус 4 от Гринвича, ну вот, скажем так, вот это время, которое там в Нью-Йорке, в Бостоне и так далее. Соответственно, у вас в это время будет, ну, смотря где вы живете, например, по сравнению с Москвой, это будет разница, что там, 5 часов. Вот, ну, посмотрите, я не думаю, что это для вас проблема какая-то. И закончится это в понедельник 7 числа ноября, в то же самое время. Поэтому есть месячишка, даже там пару лишних дней. Мой совет такой, не спешите заполнить форму в тот момент, когда вы ее увидели. Вот когда, знаете, первую секунду побежать и заполнить. Из моего опыта последние несколько лет я бы сказал, что 3-4 дня вообще сложно пробиться. Такая лавина народу туда устремляется, что пробиться сложно. Абсолютно ничего не случится, если вы заполните через недельку, например, или через 10 дней, или через 2 недельки. За это время вы посмотрите какие-то обсуждения этого процесса. Есть форум «Говорим про US», ссылка под нашим видео и под каждым видео на нашем канале «Говорим про US». Весь форум посвящен грин-карт лотереи, поэтому никакой спешки абсолютно нет. И я бы даже вот советовал не спешить. Мало ли чего там выяснится. Теперь, что нам дальше говорят? Дальше нам говорят, есть инструкции. Значит, какие у нас инструкции? А вот они. Вот маленькая такая секция, вот так, допустим. Вот отсюда, вот до следующей, которая вас сейчас не интересует. Значит, что у нас есть? Английская версия инструкций в PDF-формате. Вот здесь по ссылочке есть. Значит, можете читать, ну, те, кто может хорошо читать по-английски, имеется в виду, что там много тонкостей. И, в общем-то, конечно, желательно тонкости понимать. Есть не только инструкции, есть еще и видео. Вот, смотрите, видите, вот здесь вот. Есть ссылочка на видео, и они на этом видео шаг за шагом объясняют, как заполнять эту инструкцию. Тоже по-английски. Есть на нескольких иностранных языках переводы. Вот выбор языков трудно объяснить. Но вот, тем не менее, он такой, как есть. Значит, есть болгарский, польский, украинский, итальянский, румынский, узбекский, японский, турецкий. Вот, видимо, все остальные предполагается, что хорошо читают на английском. Так я, может быть, догадаться только. Так, значит, и там какие-то еще маленькие сообщения. То есть, вот это все на сегодня. Что вам нужно было бы знать на эту тему? На сегодня. Но вот когда придет утро 5 октября, там, туда, где вы живете, если вы живете не в США. Если в США, то, соответственно, в полдень по восточному побережью. Значит, вот вы тогда начнете этим заниматься. Значит, что я еще хочу сказать. Я специально только что, вот, когда готовился снять этот сюжетик небольшой для вас, я сделал поиск в YouTube. Вот видите,
Тут я написал, лотерея Green Card, пошаговая инструкция. Многие люди пишут год, они говорят там 2018, 2017, 2016. Когда вы пойдете читать вот эту пошаговую инструкцию, они там пишут, что изменений особых нет по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Поэтому я подумал, что лучше, чем мы записали пару лет назад с Сашей Александром Раевским, Алексом Раевским, наверное, нету. Вот, и, вот она здесь, вот эта вещь, номер 3, 1, 2 и 3. Значит, вот этот My Way in USA, вот этот второй, который я не знаю, кто это, наверху это Шушаник. Шушаник я хорошо знаю, у нее даже больше просмотров, чем, например, на нашем, но у нее такой маленький сюжет в 13 минут. Вот. А у нас сюжет подробный на час. Мы подробнейшим образом заполняем эту лотерею, и я, честно говоря, даже не знаю, чтобы где-то было что-то подобное такого уровня детализации и такого уровня компетентности, потому что Алекс Раевский – это человек, который много-много лет очень увлеченно и очень глубоко всем этим занимается. То есть это как бы большой эксперт такой по этому делу. Я мог бы записать еще что-то сам, да, но я думаю, ну чего я буду вот какой-то второсортный продукт создавать, когда есть вот такая вещь, с которой как бы уже несколько лет ничто не может близко сравниться. Но тут еще есть тонкость. Тонкость состоит в том, что сколько бы вы ни смотрели видео, у многих из вас возникнут конкретные вопросы. Значительная часть этих вопросов отвечена и в инструкциях, и в видео, и... В общем-то, ну, грубо говоря, люди упираются в то, что давно разъяснено. Это одна история. Но действительно, есть очень много людей, которые находятся в ситуации неопределенной, непонятной вот в этом, в том, в десятом. Для этого есть форум «Говорим про ЕС», где я вам советую поначалу все-таки поискать, что там есть на эту тему. Потому что, скорее всего, ну, на 99,99%, то, что вас интересует, там уже есть. Но если нет, то нет. Значит, заходите, спрашивайте. Если там не зарегистрированы, зарегистрируйтесь. Насколько я помню, для того, чтобы задать вопрос, нужно уже иметь 10 сообщений. Ну, чтобы спамеры не ходили и не вешали там свою рекламу. Вот такое ограничение есть. Поэтому иногда проще там почитать, может быть, чем набрать 10 сообщений каких-то мусорных там и так далее. Хотя, в общем-то, люди взрослые там... Не мне вас учить, что, в общем, всегда можно набрать быстро 10 сообщений и при этом никого не обидеть и не вызвать как бы недовольство там администрации и так далее. Вот, наверное, такой разговор. Вы, конечно, можете задавать вопросы под этим видео. Конечно, те люди из нас, вот кто читает комментарии, могут, может быть, ответить и так далее. Но вы понимаете, что компетентная конференция – это не то же самое, что кто-то непонятный там, я не знаю, анонимно вам чего-нибудь такое сказал. Я сам совсем не специалист в этой тематике. Я никогда не играл в лотерею. Все, что я знаю, это то, что вот когда-то рассказал там Алекс Раевский, а я с ним вместе вел этот разговор. Вот. И вот то, что я помню с тех пор, там 3 года было дело назад, вот, судя по тому, что здесь написано, вот это я помню, а больше ничего не помню. Поэтому меня лучше не спрашивать. Вот. То есть... За исключением вопросов, там, типа, я родился в Узбекистане, а сейчас я гражданин России, от какой страны заполнять, значит, это как бы и так все рассказано, но я могу сказать, ну, конечно, по месту рождения, а не по месту того, где у тебя паспорт. То есть вот есть много-много-много таких вопросиков. Но, в общем, ребята, весь материал на руках, раз, спешить никуда не надо, два. Посмотрите эту анкетку, может быть, там почитайте инструкцию по заполнению и так далее, и так далее, и так далее. И помните одну вещь. Если вы что-нибудь натворите в этой анкете, никто специально ничего не творит. Хотя есть, наверное, люди, которые просто не в состоянии там по-честному что-то сказать, но очень многие люди не специально. То ли они спешили, то ли они волновались, то ли они внимания не обратили, то ли они просто такие люди, что всю жизнь у них так все, что вот они сразу 10 дел делают и вот так. Поэтому я призываю вас к исключительной тщательности, аккуратности,
десятикратные проверки, перепроверки, прежде чем вы реально все это запустите. Значит, отбирается компьютерно, отбирается вне зависимости от даты заполнения. Так что это как бы известно, это задано. И вот, наверное, на этом я и попрощаюсь с вами. И скажу только, что ссылочки, которые тут вот и на тот сайт, где мы начали наше видео, вот этот, и на наше видео, и на форум «Говорим про ЕС», они ждут вас под этим самим нашим видео в описании этого видео. Счастливо, ребята, и всем, кто будет играть, я желаю победы!